Тот стрим закончился, этот стрим начался, по идее. И он начинается с очень увлекательного перехода на другую локацию в виде экрана загрузки. Because I can. Ух ты, это же янтарь. О, вот это уже агропром. Ой, да, я перехожу на агропром наконец. Надо будет назвать этот... Ой, сейчас я не должен об этом говорить. Сейчас я, получается, захожу сюда без оружия. О, так, тихо-тихо. Ладно, сейчас вот это начинается. Сейчас тут будет меня камера крутить, вот это все. Как мне это все надоело? Ой, нет. Пошли. Военные собираются перебить группу крота. Нам нужна помощь. Сейчас еще и вертолетик. Черт, это военный десант. Там же наши. Понял. Понял. Пошли быстрее. Давай катсцен. Хорошо, сейчас херанем. Всем, кто меня слышит! Мужики, помогите! Военные режут нашего брата сталкера! Попали в меня, друзья! Ай, начинается, как говорится. Так хотел, чтобы поскорее вот эти перестрелки все закончились, и можно было спокойно тут походить, пособирать артефакты и... Давай. Блин, а неплохо так меня ранило. У меня, похоже, немного того не хватает. Блин, неплохо так. Они мощные, знаешь, сразу. Ау. Откуда? А, вон еще один. Тут все? Так, тогда нам надо до крота дойти, чтобы еще одна катсцена, вот это все. Вот эти скрипты, конечно, это не самое классное в сталкере. Что я могу сказать? Сейчас. Выручайте, братцы! Вот он сейчас выйдет со второго этажа, а там военные. Оу, щит, подождите, подождите. Так, я, наверное, на третий пойду этаж. Я редко так это делаю. Обычно я... Так, на крышу надо. Как на нее забраться, я уже не помню. Да вы что ли издеваетесь? Ничего себе, у них оружие, однако, мощное стали. Надо было уже АК подбирать. Ты с гадюкой со своей. Против именно военных она не очень. О, все. Там еще парочка. А, нет, это они. А где крот? Я уже забыл, как тут все идет. Это сталкеры? О, так, сейчас надо. Спасибо. До того, как он побежит, собрать патронов. И может так АК взять один. Военные не оставляют дела, они доделаны. Скоро здесь будет спецназ. Да не надо меня выводить, блин, я хочу патронов набрать. Ты что, не понимаешь? Это он? Нет, вот он. Здорово, крот, побежали. А, ладно. Как же мне не нравится линейность в играх. Кто бы знал. Так бы... А, кстати, я обычно возвращаюсь сюда после того, как вот эта агропромная миссия заканчивается, и обыскиваю тут как следует все, потому что тут много чего остается после этого все. Просто когда очень быстро надо бежать куда-то. Эй, собака, ты вообще чья? Да, уж не очень мощный, но ладно. Я обычно вот так падаю сюда вниз и даже не успеваю послушать, что он сказал. Фух, тут тихо. Тут тихо.
Можем подождать, пока рейд закончится. Серый сказал мне, что ты ищешь. Это здесь, где-то под землей. Не могу сказать, где именно, сам не знаю. Будь осторожен. Удачи. Удачи. И обычно я прыгаю, но еще надо с ним поговорить, чтобы он то же самое сказал. И только тогда эта миссия зачтется, так что это такое, люк. Ах, как бы я хотел сейчас вместо того, чтобы прыгать в этот тоннель, пойти вот туда куда-нибудь. Ух ты, тут такое как болото. Потом вернуться, пострелять. Но нет, тут они не хотят, они... Ладно, короче. Я не готов, но я пойду все равно. Да, это легкое, быстрое такое. О, кстати, в Lost Ark вот это место... О, тут бандиты. Прикольная, прикольная миссия. Мне вот это всегда нравилось, кстати. Вот эти вот, где надо бежать с группой, это не так круто. А когда вот просто, когда один лазишь по туннелям, это другое совсем, знаешь ли. Я не совсем готов, ну ладно. Тут я обычно делаю следующим образом. Все. Смотрите, кто колеса. Можно уже выходить. У меня тут такая странная конфигурация пальцев. У меня просто выглядывание направо на иксе стоит, поэтому я вынужден на него нажимать средним пальцем. И он перекрещивается там. АК неплохой все-таки. Хоть и немного слабенький пока что. Столько матов. Еще один. Это, наверное, тот, который в дверях сидит. Они тут частями появляются. Оп, нет, это другой. А, это к тому же еще и миссия определенная. То есть, кто-то там, короче, а ну. А, вот, бандиты возле Ниагропром. Наверное, они... А, и потом Сидоровичу надо отнести. Ух ты, интересно, я этого никогда не видел даже. Надо будет реально сделать. Так, все, можно наконец-то спокойно жить дальше. Как я уже говорил, мне, конечно, не нравится задание на время. Вот, например, у меня есть один день, чтобы вернуться... О, прикольно. Чтобы вернуться к... Сидоровичу, а потом еще и пойти к бармену, чтобы он отдал за то, что я убил... Не, не вожака бандитов, другое какое-то задание. А, за то, что я отбил от ангара там. О, тоже мне надо. Пока у него обычные... Вот эти два. О, тоже хорошо. О, опять же, маркетинг, цвета, кисель, зато тут есть вот этот, от него классный звук. А вот тут можно пройти, между прочим, ну, может и нельзя, но вот тут, кстати, очень много будет артефактов, которые классные, короче. Вот этот тоннель ведет туда, куда мне надо, я с другой стороны этого тоннеля скоро появлюсь. Самое коварное бывает, когда они не говорят, что враги есть поблизости, когда радар их не показывает. И ты думаешь, что тут никого нет, а потом оказывается, что все это время ты шел прямо на врага. Вот как иногда вот тут за. Вот тут сидит кто-то. А, не, нормально.
Да, они еще не появились. Они все-таки... прикинь, туда упасть, это будет больно. Так, все, тут все. Надо продвигаться. А, да, так вот, у меня теперь ощущение, что я очень много всего пропускаю. Вот это, например, один день остался. У этого 8 часов мне нужно для того, чтобы добраться до бара. Но я за 8 часов никогда туда не доберусь. Обидно просто. Даже при том, что мне не нужна особо награда, которая там нужна. Но когда мне напишут, что задание провалено, получить награду или что-то такое, то это еще обиднее, чем вообще, если бы я не брал этого задания. А я его и не брал, оно мне само выбралось. О, тут сейчас этот будет. Сами знаете. Герой этой игры великий. Хищник нового поколения. Который на самом деле слабачок. А вот здесь лежит дикобраз. Он мне так нравится. В основном, конечно, тем, что он выводит 30% радиации. Он либо... А, вот он. Красавец. Ты что, мне так нравится. Вот, во-первых, как он выглядит. И что он здесь находится, где все тоже выглядит очень круто. Так, сейчас эти будут военные повсюду. Сразу беру, потому что оно с запасом. Так, тут нычка еще небольшая. Вот тут вот. Угу. А тут, по-моему... А что ж тут? Я уже не помню. Ну, граната, точно. Это типа для кровотоса, я так понимаю. А, вот это место мне не совсем нравится. Тут надо просто от военных отстреливаться. Коридорный шутер пошел. А, еще где-то здесь был лунный свет все-таки. А, вот в этой штуке, по-моему. Тут же типа электры были. Иногда он сюда прикачивается. Но не обязательно. Они тут патрулируют. Пока они меня не увидели, но когда увидят, это будет мощно. Вот тут и там. Я бы пошел туда, честно говоря, ну. Оу, щит! Первый раз в жизни меня убили вообще, прикинь. Это потому, что у меня костюм уже износился сильно, и я как бы попривыкал, что все такие слабенькие вообще, и можно вот так на пролом бежать. О, вот это я понимаю, я надеюсь. Наконец-то. Первый раз за все плейтхру меня хоть немного... Это. Поставили на место, так сказать. Так, сколько у меня плюс стойкости? 13 плюс 6. Нисколько, короче. То есть меня сейчас все убивают с одного удара. Окей. Тогда буду, значит, своим проверенным обычным способом их убивать. То есть выходишь, заманиваешь их сюда всех, шумишь, и они начинают приходить. А я сижу вот тут вот и отстреливаю их такой. По-читерски. Если, конечно, они придут, я же не знаю уж. Странные существа. Как бы хотелось уже нормальное оружие. Да, вот это так я обычно от них отстреливаюсь. Сидя в дверном проеме. Как они так далеко вообще могут? Оружие у меня, конечно, вообще никакое. Так не, нельзя. Их тут все больше и больше, они потом будут приходить с самого туннеля.
ценного. Где-то тут точно был лунный свет. Он просто иногда как будто бы вот где-то затеривается. А вообще, они должны быть все возле электр, потому что они из них появляются и сюда типа скатываются. О, вау. Там либо аномалия, либо фонарики светят. Либо и то, и то. Вот уже ж хитрый. Я его на радаре, кстати, вижу. Подходи уже. Тут бывает, когда перезаряжаешься, они сразу начинают выходить. Они знают на самом деле и видят, что... Или может слышат, или да, это, наверное, специально так идет. Ладно, пойду. Ой, подожди, сохраниться надо. Классное место, не тут. Давай вот тут сохранимся. Я ж появлюсь с биноклями, и пока достану автомат, меня уже прострелят. А, их тут сразу 50 человек добавилось еще. Мне пока туда не надо, мне пока сюда надо. О, окей. А тут, по-моему, кровосос еще был. О. Тут этот выверт лежит, кстати. Такое непонятно зачем. А вот тут кровосос иногда появляется. Да, или нет, странно. О, еще выверт. А сверху, там если пробраться по перилам, короче, по-хитрому, то там будет сейчас... Не хочу попасть в кисель. Там бы... А, перила мешают. А как же ж не попасть в кисель-то? Я не знаю. Well, god damn it. Если... Нет. Так, теперь... Вот, блин. И как? А как же я проходил? Неужели тут можно не попадать в кисель? Или мне туда не надо? Или это не тот туннель? Да, они тут похожи. Да-да-да, это другое, это дальше будет. Хотя, вон там на радаре показано, что там сверху еще какая-то нычка. То есть туда можно попасть. Так, ну ладно. Дальше это все как обычно. Там военные себе и все как... Все понятно. А сейчас... Сейчас будет, по-моему, растяжка. А, нет, да-да-да, это потом будет растяжка, там доктор когда попадет. Вот тут вообще так именно вообще, ну, флешку вообще не видно. Вот заходишь, и первое, на что обращается внимание, тут это огромный светящийся объект. Так классно спрятали они ее. Найти в тайнике информацию. Где же эта информация? Я даже не знаю. Не, наверное, что бы она была тут. О, кстати, вот это хорошее. Это выводит радиацию взамен на выносливость. О, мое любимое. И самое классное, что есть в этом тайнике, конечно же, это вот этот сталкерский комбинезон. Мне так давно пора было его поменять. Все, заживем. А, вот тут еще один огненный шар. А, нет, он уже выкатился. Он обычно лежит спрятанным под вот этой штукой в ведре, по-моему, а сейчас он что-то решил быть не тут. Так, вот внизу гранаты, F1. Или обычную. Все, я перегружен. Так. Я хочу, значит, сейчас выбросить, во-первых, как это вообще сюда попало. Во-вторых, свой костюм. Он мне давно... Он мне никогда не нравился. И сталкерский одеть, наконец-то. И вместо вот этого разбитого, никому не нужного, никчемного, обычного АКСа, я возьму самое лучшее оружие в игре.
это. Ты посмотри на эту точность. Вот это вот сейчас, это я, это он стоя. Присаживаешься, потом... Вот это я понимаю, вот это точность. И плюс потом еще прицел можно будет нацепить на нее. Это вообще идеально. И вот этот сталкерский комбинезон, это же как раз то место, где его. То есть игра как бы ненавязчиво показывает, с каким набором оборудования ты должен быть на этом этапе игры. То есть, допустим, против военных нет смысла лезть в бандитской куртке или вот в этой наемнической. Тут было еще что-то. Помимо флешки, понятно. Тут еще были... Или нет? Темновато как... Ух ты, а что там сверху? Прикольно. Я этого не видел, кстати. Ладно, беру. Тут сейчас, по-моему, будет какая-то катсцена или типа того. Я свалил. А, нет. Хочу сломать эту штуку. Ее можно сломать. О, вот и так. Она не настолько физически достоверная, как другие вещи. Но я ее сам своим весом обратно ставлю. Ладно. А? Стрелок, у меня плохие новости. Клык погиб. Тебя не застал. Зря ты один к центру пошел. Впрочем, дело хозяйское. И все, и никто не успевает прочитать же, никто не знает сюжета. А там на самом деле... Это не то. Журнал «История», да? Где и как тебя искать, я знаю. Призрак. Узнать о себе призрака. Так, группировки. Ого. А, и тут даже показано, где тайник находится. Ничего себе, я даже ни разу не... Так, выбраться из подземелья, понятно. Эх, успеть бы, конечно, вот это задание сделать. Точнее, до бара дойти. Я, кстати, могу успеть за 6 часов. Хотя нет, мне же еще надо военные документы украсть. О, это долго. И я вылезу, тем более, прямо туда, где... В самый центр военных этих всех. Не очень мне эта миссия в целом. Особенно, ну, вот, собственно, военные мне не очень нравятся. С ними сражаться не прикольно. Сейчас, по-моему, два кровососа придет. Или это потом, это когда второй раз сюда приходишь. Да, я путаю. Опять гранаты. Что-то мне на самом деле столько всего не нужно. Я перегружен не просто так. Это из-за того, что я набрал два выверта. И вот этот вот, и еще гранат кучу ненужных. Выверты хотя бы можно выбросить. И гранаты тоже. Или же нет, я все-таки их брошу сейчас в военных. Что можно выложить? Килограмм надо куда-то деть. У меня вот теперь вот это вот как бы то как оно и будет. То есть... Ладно, вот эти все выкину. Не очень, конечно, хороший способ, но ладно. Классно я, блин, стреляю, надо целиться. Где он? Он тут? От него фонарика не видно, значит он еще не здесь. Ну и ладно. Буду пока, значит, перегруженным. Какая разница? Потом выброшу что-нибудь. Артефакты, например. Не, так дела не делаются. Как-то небрежно играю, знаешь ли. Классное оружие. Жалко, конечно, что оно будет изнашиваться и терять точность с каждым выстрелом. Тут сейчас тоже такой тоннель не очень. Или это я уже не особо настроен на игру, потому что как-то... Мне все не в радость в последнее время. Точнее, в последние минут 10. Значит, мне вот это не туда.
И выверты выкинул. И как так можно? Патроны просто... калашниковые патроны — это самое тяжелое вообще, что есть в игре. Тут, короче, труба, и в ней миллионы сверху военных. И они все толпятся вот в одном пикселе. Тут как-то надо простреливать и попадать по ним. Это не прикольно, короче. Up the stairs in the dark, waiting for the death blow. Где они? Ага. Так, а где они? Класс, таким оружием, конечно, вообще играть одно. Круто, в общем. Вот это место показано на коробке. Там он такой выглядывает из-за угла, и в него стреляют военные как раз. О, контролер сейчас будет, я и забыл уже, что тут такое есть. Кстати, в Lost Alpha или еще в каком-то моде, там можно... Ой, а где он? Фонарик вот, а он сейчас подойдет. Он справа, сейчас выйдет. Или где он? Почему фонарик виден, а его нету? А, да-да-да, он сверху, он просто на этой штуке, да-да-да. Сейчас он обойдет, спустится. Там дальний, о, вот он. Все равно я не очень рационально стреляю, ну ладно. Все, такие естественные преграды закончились. Теперь начинаются сверхъестественные. А, в общем, да, в каком-то другом моде можно выбраться наверх вот так вот, прямо отсюда. Эта лестница не сломана, и можно вылезти, и оно немного... Ну, в принципе, вот, по-моему, оно меня показывает как раз там, где я... А, нет, я на самом деле сейчас вот тут. Вот эта труба как раз выходит, и я тогда выхожу как бы рядом с этой... А, или нет, подожди, наоборот. Это находится здесь, а я выйду вот тут. Сейчас. Сейчас я появлюсь вот тут, а не в самой. Или же в самой. Хм. Вот видишь, все-таки давно не играл. Мне бинты в последнее время больше начали пригождаться, чем раньше. И мне не нужно столько патронов, я все равно набираю. Ну что это такое? Это нерациональность. Тут сверху тайничок. А, ну, наверное, ничего нет, потому что я не подобрал еще о нем рецепт, так называемый. Да. А, вон. Да, там пусто сейчас. Сверху. А, нет. О, прикольно. Сейчас, я пропустил там немного. Хотя, ничего важного, в принципе, не пропустил. Сейчас я перед контролером паузу сделаю, чтобы... эффектно потом начать следующий выпуск. Так что этот выключается. Следующий начинается.